Бюджет 2017 года сохранил свою социальную ориентированность. Свыше 72% от общего объема бюджетных средств были направлены на отрасль образования, здравоохранения, культуры. По мнению экспертов, бюджет был исполнен без нарушений. При сопоставлении показателей формы бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств с данными отчета об исполнении бюджета муниципального образования расхождений не установлено. Фактов нарушения, влияющих на достоверность бюджетной отчетности главных администраторов дохода бюджета не установлено. Представленная для внешней проверки годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год. Доходы складываются из налоговых поступлений. Основные – налог на доходы физических лиц, арендная плата за землю и земельный налог. Заместитель главы Анапы Валерий Королев подчеркнул, в нынешних экономических условиях строжайшая экономия бюджетных средств становится важнейшей задачей и призвал общественность не оставаться равнодушными к фактам теневого нелегального бизнеса. Когда люди задают вопрос, а где наши тротуары, где наши скверы, где наши дороги, освещение, я говорю, а у вас задолженность в Анапской на 1 января 2018 года 18 миллионов, 24, да? 24 миллиона рублей. Вот здесь лежат ваши дороги, ваш свет, и в каждой станице там, в каждом хуторе. Дороги – это деньги, а деньги – это бюджет, а бюджет он должен выполняться активно и именно с нашей помощью в том числе. Данные об исполнении бюджета за 2017 год передадут на рассмотрение и утверждение Совета депутатов.